Роза. История до сей поры. На земле в череве магия смертный приговор. Деревня Роза сожжена, мать убита, когда королева Друсила почувствовала появление новой магической силы в своем королевстве. Убежденная в том, что королева стоит за ее потерей, Роза намерена отомстить и вскоре натыкается на группу мятежников, преследующих личные цели. Приправление Друсилы основано на страхе и угнетении, королевство оказалось на краю катастрофы. А исчезновение хранителей лишило народ всякой надежды на спасение. Получит ли Роза помощь, в которой она отчаянно нуждается, от своих новоиспеченных друзей? Или же она откажется от своей цели отомстить ради чего-то гораздо большего? Что случилось, Фил? Тут повсюду войска королевы, возвращаясь, я чуть не попался на глаза патрулю. Но ты нашел что-нибудь? Совсем ничего, Ила. Выживших нет, а от деревни Розы остался один пепел. Ну вот и все, мы сейчас же должны уходить отсюда. Нельзя, Бьярк еще не вернулся. Бьярк в состоянии себе позаботиться, собирайте вещи и убираемся. Но, Уилл, как ты можешь вот так убегать? Они должны ответить за содеянное. Роза, оглянись, какие шансы имеет старуха-вор и измотанный солдат против обученных воинов? Иногда знать, когда драться, не менее важно, чем уметь. Теперь нам нужно идти. Да где же он? Помню же, что оставил где-то здесь. Благодаря тебе мы прошли такой длинный путь, Уилл. Ты не подведешь нас. Ила, я беспокоюсь, вся надежда на успех возрождения на наш дом, если мы не успеем вовремя. Не волнуйся, милая Роза, мы тебя не бросим. Роза? Мой меч пропал. Они сожгли мою деревню. Убили маму. Если Ила и Уилл мне не помогут, придется сделать все самой. Я в смятении. Была ли моя деревня атакована из-за того, что люди королевы преследовали Илу и остальных, или дело в чем-то другом? Что если они разыскивали меня, мою магию? Умирая, матушка сказала мне бежать, потому что вы идете, и что, и если я виновата в смерти своих любимых, тогда подходите, убегать от вас я не стану. Эй. Что ты себе позволяешь? Слезь с меня. Не шевелись, на сегодня достаточно смертей навидался, и не позволю одной обозленной девчонке убить только из-за чувства вины в том, что она выжила. Так что не высовывайся. Ты не понимаешь, мне нужны ответы. Тебе нужно быть потише. Твоей деревне конец. Отдавая свою жизнь, ты точно не почтишь их потерь. Как ты смеешь говорить мне о потере? Ты ничего не знаешь о том, кто или что я. Я знаю, что спас тебе жизнь. Взгляни на себя, тебе известно даже, как меч положено держать, о чем ты думала. По крайней мере, я готова попытаться что-то сделать. Да что там тебе не понять? Фил, Бьярк и Ила, думаешь, у нас у всех меньше причин желать мести, чем у тебя? Единственная разница между нами в том, что мы понимаем, лишиться жизни в бессмысленном жесте – неверный путь.
прости, я... Какой же это кошмар? Забери. Ты его украла, он теперь твой. Раз так, отчаянно хочешь стать воином. Начинай привыкать к тому, как тяжела эта ноша. Идем, Ила с остальными нас ждут. Роза. Боль, беспомощность. Я чувствую. Вот черт, что еще она задумала. Уилл, скорее сюда. Как ты? Она не может дышать. Посмотри, Роза, ее укололи уже 20 раз. Даже если ты ее освободишь, яд уже в крови. Ты зря тратишь время. Не ты один навидался сегодня смертей. Теперь помоги мне. Пожалуйста. Мне жаль, Роза, я говорил слишком поздно. Несчастная малышка боролась изо всех сил. Я только хотела помочь. Но ведь получилось, Уилл, мы спасли ее. Как ты что-то сделала? Смотри, как они счастливы быть снова вместе. Этот олень был мертв, а ты оживила его. Ты служишь ей? О чем ты говоришь? Кому я служу? Следовало догадаться, еще никто не выживал. Внезапно появляешься ты с войсками королевы, идущими следом. Как она узнала? Где найти нас? Отвечай. Но я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ведь ничего такого не сделала. Перестань прикидываться, Роза, если это и впрямь твое имя. Ты что-то скрываешь, и мы с места не сдвинемся, пока я не буду знать, что. Уилл? Что это? Дерьмо. Беги, Роза. Да не стой же, беги. Что это такое? Я не знаю и крайне уверен, что не хочу выяснять. Все, глупый меч, он слишком тяжелый, я не поспеваю. Я не стану тебя бросать, пока не получу некоторые ответы. А ты не бросишь меч. Уилл, клянусь, я говорю правду, прошу меня. Мне надо минуту передохнуть. Лагерь совсем близко, ты справишься. Осторожно, Уилл. Умри, хранитель. Ты был добр ко мне, Феликс, обучил владению мечом сражаться, когда отец лишь смеялся над моим желанием учиться. Взамен я позволила тебе жить, но мое терпение ограничено, я больше ждать не намерена. Ты расскажешь мне, что нужно. Вопрос лишь в том, сколько ты готов перед этим страдания перенести. Моя ошибка, что я не разглядел в тебе садистскую суку, которой ты... всегда была дру. Но я скорее умру, чем дам тебе то, чего ты хочешь. Ах, но смерть-то как раз я тебе никогда не подарю. Ты должен уже знать, братец, что я всегда получаю желаемое. И я найду шипа, и когда это случится, я уничтожу его и магию хранителей навечно. Он нагоняет нас, нам никак от него не уйти. Что бы ни случилось, не останавливайся, доберись до Илы. Она должна услышать об этом создании. Нет, я тебя не оставлю. Выбор я тебе не давал, беги. С
сторону, или умрешь, человек. Извини, мне ни один из вариантов не нравится. Значит, смерть. Уилл. Назад. У тебя еще недостаточно сил, чтобы сразить падшего хранителя. Я с большим удовольствием. Шип. Что за как ты? Я не собиралась. Он нападал на тебя, а я просто... Уилл, ты ранен? Не прикасайся. Что же ты такое? Держись, Уилл, я отведу тебя к Илле. Она знает, что надо делать. Надеюсь. Потом, говоришь, появился свет, и существо убежало? Ага, вроде того. Это много меняет. Ты знаешь, что это было? Ходят слухи о том, что стало... с хранителями после исчезновения катеков. Вероятно, королева наша нашла способ обратить их силу против них самих. Похоже, это больше не слухи. Через 3 дня будет собрание совета. Им нужно об этом услышать. Хочешь сказать что-то нечто, хранитель? Было хранителем. Теперь это нечто темное и гораздо более опасное. Фэл, останься здесь и дожидайся Бьярка. Вместе вы должны суметь донести Уилла до Милхевена, не убив его. Мы будем ждать вас там. Как у меня? Это существо было хранителем, а я нет. Невозможно. А ты пойдешь со мной. Я ожидал 10 лет. Сражения за свободу нашего королевства проигрывались, а я все ждал. Те, кого я любил, исчезли, но я все еще здесь, в ожидании. Облеченный в камень, чтобы скрыть свою магию, я ждал, когда мой хранитель будет готов к предстоящей битве. Ожидание окончено. Он... все же вернулся. Я иду за тобой, брат. Я Шип, последний из великих катеков. Я нашел своего хранителя.